Привет, интернет, меня по-прежнему зовут Баба, и мы продолжаем проходить игру Alan Wake. Мы добрались до радиостанции, и сейчас мы будем просить ведущего одолжить нам тачку, потому что жопа, у нас нету ни оружия никакого, ничего, надо как-то спасти Роуз и Барри. Я уже молчу про жену, которую мы спасаем и спасаем, и никак не можем спасти. Но не факт, что этот парень нам даст свою тачку. Ну, сейчас посмотрим. Вот, кстати, и тот мужик. Так, давай, входи. Так, все двери закрыты, конечно же. А жаль. Блять, уёбок. Интервью, блять. А больше нихуя? Больше ничего не хочешь? Оу, я так рад, что вы нашли для нас время, мистер Уэйк. Бежать больше некуда, Дэн Браун. Отойди от Мэйна, не трогай его. Подождите, подождите, всем успокоиться, положите оружие. Все мы тут друзья, верно? Выпусти пар, Найтингейл, мы его взяли. Черт, да что с тобой? Там же штатский. Он либо поглощен тенями, либо хрен пойми что. Либо он просто долбоеб. Я доберусь до тебя. Сдохну, но доберусь. Слышишь меня? Слышишь? Говард Филлипс Лавкрафт. Я столько раз падал с обрыва, что это просто смешно. Не надо было называть книгу «Внезапная остановка». Наверное, хорошо, что не получилось рассказать Мэйну, куда я собрался. Мне придется отрываться от копов и самому пробираться к шахте. Какой смысл идти к шахте, если у нас нету полной книги еще? Найтингейл смотрел на темный лес за разбитым окном студии. Он повернулся и направился к выходу, но Мэйн схватил его за руку. «Молодой человек, вы едва меня не застрелили. Нельзя же так палить по людям. Да что с вами?» Найтингейл вырвался и вышел из комнаты. Его щеки горели от гнева и унижения. Какой смысл в этом всем? Хорошо, так. Фальшфайр это уже радует. У нас есть 2 фаера и 5 гранат световых. Хорошо. Так, вон там можно включить свет. Так, давай быстрей. Я понял. Да господи. Сука. Слишком поздно. Хорошо, давайте тогда возьмем Fire. Так будет проще включить вот эту штуку. Этот генератор запустить. Хорошо. Давай, стартуй. Успеешь? Отлично. Блять. Патроны, револьвер. Отлично. Я уже хоть как-то могу с ними теперь бороться. Так, перезарядись еще, пожалуйста. Хорошо, это радует. Это прям радует. Теперь я уже не такой беспомощный. Так, мне скорее всего сюда надо, да? Хорошо. Теперь давай их просто всех расстреляем. Щитки мы всем позбивали. Теперь просто надо их убить. Так.
Только это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Хорошо. Так, перезарядись сразу же. Мне на самом деле кажется, что вот эти световые гранаты более эффективны. По крайней мере, если тут несколько парней. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Так, хорошо, лутаем все, что можем. Так, тут надо повсюду включить свет, да? Патроны, дробовик, во. Это хорошо. Блять, я не включил повсюду свет. Сука, их там слишком много. Так, подожди. Блять. Хорошо, тут я включил свет. Еще там надо и вон там. Это, конечно, все равно такое себе. Не буду входить внутрь, чтобы не сработал триггер. Так, давай, включай. Да господи. Типа я сделал такой треугольник, но этого все равно как бы мало. Так, блядь, тут и эти быстрые типы гопники есть. Давай быстрей, быстрей. Бежим к следующей светящейся штуке. Которая уже не работает. Так, а... Я не понял, что я сделал, но ладно. Это как-то их убило, и хорошо. Наверное, я как-то... Да, световую гранату кинул, но я не понял, как. Ну и хрен с ним. Так, надо перезарядить еще дробовик. Ну и отлично. Куда дальше теперь? Так, вон там еще что-то есть. Надо чекнуть, и можно пытаться... Пытаться идти куда-то дальше. Так, вот эти штуки, блин. Как бы в них надо стрелять. Потому что это вроде как, типа, коллекционные предметы. Но, камон. Тупо патроны тратить такое себе. Кому это нахер нужно? Так, окей. Термос. Так, опять этот туман. Не нравится мне это. Записка есть, хорошо. Записки мы сразу читаем. Сара доверяла своим инстинктам, а те утверждали, что агент Найтингейл мерзавец. Что-то с ним было не так, и не только запах старого перегара, что-то в манере показывать жетон, кичиться служебным положением и смотреть на людей в ожидании ответа. Где Алан Уэйк? Что за несчастный случай? Где жена писателя? И самое важное, почему она дала Уэйку уйти? Сам он на вопросы не отвечал, это дело федералов. Все, что он сказал ей...
Так, берем припасы. Двигаемся дальше. Радует то, что Сара не доверяет этому агенту ФБР, но все равно. Hello? В жизни не встречала такого упрямца. Элис? Элис? Алан, Алан, мне так страшно. Тьма не отпускает меня. Помоги мне, пожалуйста. Я смотрю на тебя, Алан. Но это как будто не ты. Словно твоими глазами на меня смотрит что-то другое. Элис, я здесь. Мне тут так одиноко. Скоро все полетит к чертям. Вам нужно быть осторожнее и держаться друг друга. Связь была отвратительной, но в этом звонке было что-то не так. Она говорила как-то странно, но она позвонила. Что-то мне кажется, что это не совсем она. Это был прям очень странный разговор. Впереди виднелся железнодорожный мост, а на другом берегу какой-то склад. Я надеялся, что там найдется машина. Так, склад, походу, вон там где-то, да? И что теперь? Ладно, давайте прочитаем записку, и потом будем думать, куда идти дальше. Труба вывернулась из стальной конструкции моста. Окутанная тьмой, она парила в пустоте и судорожно передвигалась. В мгновение я понимал, что передо мной. Массивная штуковина с немыслимой силой развернулась ко мне, я едва сумел отпрянуть. Когда я направил на нее фонарь, она содрогнулась от зловещей ярости и снова полетела в меня. Окей, я понял. Я понял, что меня ждет впереди. Так, подождите, там еще что-то было. Насколько я помню, там стрелочка еще светящаяся была. Вот, есть стрелочка. Ну, это не стрелочка, это, конечно. Ну, где-то я видел, вот стрелочка, вот. Значит, мне надо сюда сначала. Как минимум, здесь должны быть какие-то ресурсы. Так, хорошо, есть патроны. Тут я больше не могу взять. А вот для дробовика могу взять. Это так глупо, когда я, блядь, не могу взять сраные патроны, потому что, ну, блядь, носить с собой две пушки он может, а, блядь, забросить в карман еще несколько патронов нет, да? Блять, этот пидорас такой быстрый, пиздец, и такой бесящий. Ну хорошо, хоть патроны теперь смогу забрать, остальные. Ладно, все, сваливаем отсюда. Патронов, в принципе, есть достаточно. Это радует. Так, а почему я спустился сюда? Почему я не мог сразу там пройти? Скорее всего, там было закрыто. Ладно. Давайте посмотрим здесь. Что там? Сюда, да? Ну, окей. Но сейчас будет больно. Сейчас будет то, что там написано на страничке. О, новая бочка. Я нашел себе новую подружку. Тьма преследовала меня, становилась все сильнее, и она подчиняла себе все на своем пути. Так, всякая дьявольщина здесь творится, я понял. Так, нужно быть аккуратным.
Хорошо. Нужно выжигать тьму с этих вот вещей. Блять. Сука. Я думаю, что здесь надо будет еще световую бомбу скинуть. И это меня спасет, потому что прям, блять, вручную на каждую вот эту хрень светить ручками, и это прям пиздец будет. And it was taking over everything in its path. Так, Хьюстон, есть проблема. Хорошо. Давайте я вот так попытаюсь пройти. Так, вроде бы все. Нет. Блять. Хорошо. Как-то с горем пополам я всю эту хрень победил. Правда же? Нужно сваливать отсюда. Слишком много. Там металлолома, который может мне навредить. Так. Давай быстрее, Алан, у тебя не так много хпшки. Страничка. Давайте сразу почитаем. Уайки, темная сущность в доме, нифига себе. Я захлопнул дверь прямо перед его наглым лицом. Он умолял открыть дверь, что характерно, ублюдок действительно думал, что я подчинюсь. У меня не осталось сочувствия и вины тоже. Не перед ним. Какое-то время я наслаждался его криком, ручаясь, в тот момент я улыбался. На большее не хватило времени, темная сущность была в доме вместе со мной. Когда я был подростком и только начинал интересоваться писательским ремеслом, источником вдохновения для меня стал Стивен Кинг. Я думал обо всех невоодушевленных предметах, оживших в его книгах. В хороших ужастиках никто не может чувствовать себя в безопасности, особенно главный герой. Этим-то они и интересны. И здесь было что угодно, кроме безопасности. Тьма могла овладеть всем миром. И она подступала все ближе. Типа я взял другой фонарик. Ну, окей. Наверное, этот фонарик будет получше, хотя не факт. Нифига себе, как я легко подвинул эту тачку. Кстати, о том, что создатели этой игры ссылались на Стивена Кинга, ну, типа, брали с него вдохновение, я уже не раз слышал, и мне очень приятно было услышать имя Дэна Брауна в игре. Вот в начале этой серии вы могли услышать, так обратился агент ФБР к Алану Вейку, потому что это один из моих любимых писателей. Это автор книг «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Цифровая башня» и многих других крутых, наверное, детективов больше, детективов, романов. Так, хорошо. Нужно войти в дом, я так понимаю. И дать еще одной страничке сбыться. Так, давай, подбери еще вот эту штуку. А, ты не можешь. Хорошо. А, ну да. Вы звонили в службу спасения. Блять.
Батарейка. Ай-яй. Блять, вот эти суки быстрые, это пиздец. Очень долго думал я. Очень-очень медленно реагировал. Сам виноват, что поделать. Так, кстати... я не знаю, у меня этот мощный фонарик, не мощный. А почему у меня фаер пропал? Может быть... А, я вот здесь его поднял, я понял. Дробовик, да пусть будет пистолет пока что. Да господи, да открой ты. Надо так идеально позицию занять, что прям пипец. Блять, быстрей, быстрей, быстрей. Ай-яй-яй! Сука! Так, ладно, делаем еще одну попытку. Блять, он такой неповоротлив, что просто пипец. Хорошо. Господи, беги быстрее. Давай, 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 давай. Хорошо. Блять, вот такие файты на самом деле здесь потные, пиздец. Возможно, это, конечно, я рак, но... Чё-то мне они сложно даются. 2-3 попытки практически всегда уходят, если получается, что есть кто-то жирный и еще несколько типов. Очень редко получается пройти с первой попытки. Чё это, блять, за хер? Опять, блять. Блять, вот эти мелкие гопники, блять, не знаю, кто меня бесит больше. Вот эти жирные уёбки. От которых все равно на самом деле хер увернешься. Хотя они вроде как жирные. Или эти, блять, гопники с ножами мелкие, блять, быстрые. Так, перезарядимся. И опять же, очень жаль, что не написано, сколько у меня батареек. Я не знаю, ну, не случится ли такой момент, когда у меня просто не будет батарейки, чтобы заменить во время битвы. Это вполне возможно. На свете ты можешь... Heart. Сердце. Полюбить их. Почувствовать их, не знаю. Сорян. Я слово heart воспринимаю только как сердце.
Так, хорошо. Так, есть телек. Есть дверь. Так, это тот двор, откуда я пришел? Нет, это какой-то другой двор. Хорошо. Давайте посмотрим, что там в телеке. Мы принимаем факты нашей жизни как должное, не отдавая отчета в том, что они лишь тонкая вуаль отчаянного самообмана, покрывающая безмежный космос безумия и ужаса. Нередко древние легенды сбываются в Night Springs. Сегодняшняя история – семейный праздник. Журналист Элвин Дарлетт был не слишком удачлив в сборе материалов о местных обычаях закрытой общины в Night Springs до этого вечера. Что уж, я рад, что вы передумали. Древние обычаи, местные легенды, наша редакция такое обожает. Да, мистер Дарлетт, нам не очень-то хочется выставлять все на обозрение, но вы показали, что настроены серьезно. Конечно, серьезно. Вы просто делаете, что нужно, и я не буду мешать. Вообще-то, я думала, вы нам поможете. Видите ли, у нас не хватает одного человека. Это обеспечит вам взгляд изнутри. Ну, я думаю, это самое меньшее, что я... А что я должен буду делать? Я вам сейчас покажу с помощью поцелуя. Что вы... О, мистер Дарлетт, Никсипирка, живущий во плоти, доволен вами. Ваше тело станет вместилищем тысячи его детей. Слава ему. Нет. Тише, дорогой, спокойно. Элвин Дарлетт получил суровый урок. Отправляясь искать мифы, будь готов к тому, что они могут найти тебя сами. А такие гости всегда приносят плоды. В Night Springs. Блин, прикольное вот это шоу. Night Springs. Интересно смотреть эти передачи. Так, страничка рукописи. Сразу же читаем. Тьма накатывала на меня, втягивая в свои нетра все, что могло оторваться от земли, цепляясь за мою одежду. Я увидел фонарик, который уронил похититель, и метнулся к нему. В тот самый миг, когда почувствовал, что ноги отрываются от земли, тьма стиснула меня в стальных объятиях, как смерч. Каким-то чудом мне удалось включить фонарик. Тьма взревела и отшвырнула меня. Я упал и прокатился к темным водам озера далеко внизу. Блин, круто. Вот если бы здесь была плохая локализация, это был бы пиздец. Но радует, что здесь все прям приятно читать, прям хорошо написано. Так, меня тут уже ждут, как я вижу. Ну типа, не просто же так здесь только вот этого тумана. Может, ты батарейки хотя бы возьмешь? Или у тебя их достаточно? Ну ладно. Блять, такой большой двор. Чего? Это что-то новенькое. Воу. Блять, серьезно, я против ебаного, блять, трактора. Вы чё, охренели совсем? Вы не думаете, что это, блять, читерская хрень, сука? Против человека выставлять трактора. Нет, уже какой-то пиздец. Ребят, какой нахуй трактор? А как его победить? Есть много фаеров, но... Я сомневаюсь, что они мне сейчас помогут. Ладно.
Хорошо, увернулся. Батарейку. Ай, блядь, ёбаный трактор. Так, где еще ублюдки? Сука! Как это, блядь, проходить? Вы чё, блядь, издеваетесь? Какой нахуй трактор? Блять. Тупо не успеваешь реагировать на все, что происходит, блять. Ты должен, блять, и за трактором следить, блять, и за всеми уебками, которые здесь есть. Так, я понял, еще позади меня уебок появился. Сука. Ой, блядь, это надолго. Есть подозрение, что... Что я, блядь, сгорю на этой хуйне. Блять, со всех сторон нахуй, ну как так, блять? Надо как-то сначала, ну типа зажать его где-то в углу и, ну типа освободить фаером, а потом уже с другими бороться, хрен его знает, ребятами. Или может быть я вообще могу сбежать отсюда? Я попытаюсь просто свалить отсюда. Ага, хуй там. Ну, чисто теоретически я могу попытаться открыть вон ту дверь. Может быть, в этом весь смысл. Давайте попытаюсь. Файеры у меня есть. Чисто теоретически это возможно. Так, ворота открываются. Вроде бы да. Но, блядь, как же они медленно открываются. Хорошо. Сваливаем, блядь. Хорошо, господи. Чё долго до меня доходило. Никогда я ещё так не радовался рассвету. У меня было пара часов, чтобы добраться до угольной шахты. До угольной шахты было уже недалеко.
Сегодня я встречусь с похитителем, и он вернет мне Элис. У него не будет выбора. Утопающий хватается за соломинку. Я на самом деле думал, что сейчас будет конец эпизода, но нет. Ладненько, ребятки, давайте здесь мы с вами остановимся. Надо мне немножко отдохнуть от этого странного трактора, блядь. И увидимся совсем скоро. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите ваши комментарии. И всем пока!